Столица на связи. Меня зовут Анастасия, и сегодня мы снимаем новый рейтинг самых недорогих однокомнатных квартир в городе Тюмени. Топ-10. Поехали? А, кого поехали? Куда мы поехали? Год назад мы уже снимали такой рейтинг. Пройдите по ссылке в описании и посмотрите. Кстати говоря, цены вас очень сильно удивят. Все те, кто решил подождать, отложить, подумать. Молодцы, ребят, поздравляю. Цены выросли, ну, в среднем на 1–1,5 миллиона. Если нужна квартира, земельный участок, оформить ипотеку, дистанционную сделку оформить, где-то вот тут будет номер телефона 55 55 15, код города 34 52. Звоните нам. А вот там внизу есть анкета. Можете заполнить, и мы перезвоним вам сами. Сразу хочу вам сказать, что рейтинг мы составили без учета локаций квартир, срока сдачи, площади. Это вот просто цена от большего к меньшему. Буду пользоваться шпаргалкой. Поехали. Кстати говоря, цены актуальны на сегодняшний день. 15 июля 2022 года. А еще самые актуальные цены на нашем сайте. Он в описании, там посмотрите. А вот тут будут планировки. Если хотите подробнее остановить, просто нажимайте на паузу, рассматривайте. 10 место. Однокомнатная квартира, 37 квадратов. 3 миллиона 790 тысяч рублей. Это район Московского тракта. Срок сдачи 3 квартал 2023 года. 9 место. Однокомнатная квартира, 32 квадрата. 3 миллиона 750 тысяч рублей. Это район Мыс. Срок сдачи 2 квартал 2023 года. 8 место. Однокомнатная квартира, 26 метров квадратных. 3 миллиона 690 тысяч рублей. Это район Московского тракта. Срок сдачи 1 квартал 2023 года. Однокомнатная квартира, 33 метра квадратных. 3 миллиона 640 тысяч рублей. Это район Лесобазы. Срок сдачи 4 квартал 2023 года. 6 место. Однокомнатная квартира, 38 метров квадратных. 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это район Учхоз. Срок сдачи 1 квартал 2024 года. 5 место. Однокомнатная квартира, 34 метра квадратных. 3 миллиона 550 тысяч рублей. Это район Лесобазы. Срок сдачи 3 квартал 2024 года. 4 место. Однокомнатная квартира, 32 метра квадратных. 3 миллиона 490 тысяч рублей. Это район Лесобазы. Срок сдачи 2 квартал 2022 года. Итак, мы подобрались к тройке лидеров. Кто же у нас на третьем месте? Однокомнатная квартира, 35 метров квадратных. 3 миллиона 372 тысячи рублей. Это район Лесобазы. Срок сдачи 4 квартал 2023 года. Второе место. Однокомнатная квартира, 29 метров квадратных. 3 миллиона 340 тысяч рублей. Это район Московского тракта. Срок сдачи 4 квартал 2022 года. И, наконец, наш лидер. Однокомнатная квартира, 31 метр квадратный. 2 миллиона 978 тысяч рублей. Это район ММС. Срок сдачи 1 квартал 2023 года. Ну, вот такие цены, вот такая ситуация на рынке сейчас. Нужна квартира, земельный участок, дом. Оформить ипотеку, дистанционную сделку. Звоните нам по номеру 55 55 15. Код города 34-52. А вот там снизу есть анкета. Заполняйте, мы вам сами перезвоним. Ребята, еще очень важная информация. Смотрите также наши рейтинги на студии, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Столица на связи.